Самолет вылетел за казахстанцами из Алматы в Тель-Авив. Вернуться с нашими гражданами борт должен примерно в полночь. Напомню, продолжается четвертый день вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Авиация Израиля наносит массированные удары по объектам Хамас в секторе Газа. Представители обеих сторон опубликовали последние данные о жертвах. Минздрав Израиля сообщает о гибели свыше 900 человек, в том числе 123 военнослужащих. Около 2500 раненых. Власти Палестины признали гибель свыше 700 человек. Еще 3700 жителей получили ранения. Израильские военные заявили, что обнаружили тела 1500 боевиков Хамас в Израиле и на части территории сектора Газа. Но конкретных подтверждений этой информации пока нет. Также известно, что от 100 до 150 человек увезли в палестинский анклав в качестве заложников. Среди них есть иностранцы, в частности, тайские рабочие. Около 30 тысяч граждан Таиланда работают в Израиле, в основном в сельском хозяйстве. В связи с последними событиями Бангкок начал эвакуацию своих граждан.